Теперь мы с вами в Осаке. Абиди против Боты. Посмотрите, какой Бота. Да. Сразу началась отчаянная рубка. Вот здесь. Как вы не видели, мы не видели в предыдущих с вами боях, что бойцы использовали колени. Ну вот, что мы видим. Удар лежачего. Это очень не по-джентльменски со стороны Боты. Вот посмотрим. Применят ли к нему какие-нибудь санкции, но навряд ли. Чего не бывает здесь. Фото. Франсуа Бота, белый бык, родился в 68-м году. Он из Южной Африки. Его рост составляет 190 сантиметров, а вес 112 килограмм. Да, с этим боксером шутить опасно. У него в каждом кулаке по наковальне. Да, как мы и ожидали, Боту за такой некрасивый поступок дисквалифицировали. И победу отдают Сирилу Абиди.